Уважаемые отряды, на торжественное открытие смены шагом марш! Дорогие ребята, мы рады вас приветствовать на торжественном открытии 4-й смены детского оздоровительного лагеря «Юбилейный лето-2019». Сегодня на нашем празднике присутствует директор лагеря «Юбилейный» Симоненко Валентина Ивановна. Директор «Мазельтов» Насенко Инесса. Старший воспитатель Бурьянова Елена Викторовна. Дорогие мальчишки, дорогие девчонки, вот и добрались мы до последней или крайней лагерной смены, 4-й. Мне почему-то кажется, что сюда, на 4-ю смену, собрались самые творческие, самые удивительные ребята. Я уверена, что сегодня в этот праздник, удивительный праздник, в вашу честь и в честь нашей 4-й смены поднимутся вот эти флаги на флагшток. Я очень хочу, чтобы мы вместе с вами пришли к удивительной победе, победе творчества, победе творческих игр, соревнований, конкурсов. Спасибо вам за счастье работать с вами! Право поднять флаг предоставляется старейшинам нашего лагеря, вожатому 6-го отряда Федорченко Николаю Сергеевичу, вожатому 1-го отряда Стрижко Игорю Сергеевичу. В честь открытия нашего лагеря смена звучит государственный гимн Украины. На гимн Украины стоять смирно. Вместе с флагом Украины поднимаются флаги лагеря «Юбилейный» и флаг «Мазельтов». Гинуть наши вороженьки, як роса на солнце. Вольно. 4-ю лагерную смену считается открытой. Подскажите, пожалуйста, я правильно попал? Это лагерь «Юбилейный»? Отлично. Санта, это ты, что ли? А что ты тут делаешь? Ты же должен быть на Северном полюсе. Ну, я зашел на топ-5 самых лучших лагерей и увидел «Юбилейный». А кто это у нас тут сидит? Ребятки, а давайте представимся Санте. Апельсины! Наш девиз! Мы как Донки апельсины!
Какие дружные мальчишки и девчонки? А кто главнокомандующий этим лагерем? Ребята, разрешите представить директор лагеря юбилейный Симоненко Валентина Ивановна. А дети 7-го отряда подготовили зажигательный танец специально для нашего директора. Очень красиво было. Very beautiful. Молодцы. А кто же следит за чистотой и порядком? Это все золотые руки нашего техперсонала. Все благодаря им. Давайте дружно-дружно похлопаем, чтобы они услышали нас. И ребята 10-го отряда хотят угостить наших пчелок бананом. Я банан. Я банан, банан. Чищу банан. Чищу банан, банан. Дуем, дуем, наливаем. Дуем, дуем, наливаем. Я таю, парам-парам. Я таю, парам-парам. Банановый микс. Ребята, теперь активнее. Я банан. Я банан, банан. Чищу банан. В фирме прибыль он считает. Всем зарплату начисляет. И считать ему не лень. Все налоги целый день. Кто же это, ребята? Показать танец, посвященный нашим бухгалтерам. Да? Ну да, коричневое. А если вдруг ты все-таки переешь мороженого, самые внимательные медики только в нашем медпункте. Давайте их поприветствуем теплыми овациями. Здравствуйте! А 11-й отряд им хочет танцевать танец. А ты готовый? Да. А ты готова? Да. Один, два, три. Санта, а для того, чтобы у детей и ребят всегда был заряд энергии и бодрости, они кушают только самые лучшие продукты в нашей лучшей столовой, где трудятся наши повара Светлана Ивановна и ее молодая команда. А детки 9-го отряда с благодарностью за вкусный обед хотят угостить поваров сладкой шоколадкой. Сегодня очень хочется искупаться в Азовском море. Только вот я плавать-то не умею. Санта, не грусти. Наши замечательные поваруки обязательно тебя научат хорошо плавать. Ребята, встречаем. Наши поваруки Ольга Викторовна, Яков Геннадьевич, Ярослав Павлович и Андрей Сергеевич. Встречаем их! Мы те, кто любит душой, утром, днем и ночью летит за своей мечтой. Кто против, кто кит, кто редко кричит, держись!
Ребята, я, кажется, забыла кого-то очень важного. Кого я забыла назвать? Кто-то, может, знает? Кто-то, который все время вместе с детьми. Кто же это? Вожатые? Правильно, вожатые, вожатые. Давайте дружно поприветствуем вожатых. Без которого не может обойтись ни одна дискотека. Повелитель музыки, это наш диджей. Давайте поприветствуем Ярослава. Это именно он будет сегодня вам музыки ставить и завтра, и послезавтра. А наш вечер продолжается, и все отряды отправляются в свои корпуса, чтобы подготовиться. И мы приглашаем вас на праздничную дискотеку.